Александрович, какое-то волнение было перед стартом сезона у вас, у хоккеистов? Ну, думаю, что у хоккеистов точно было, потому что, ну, много ребят молодых, которые впервые играют на таком уровне, и, естественно, предстартовое волнение это сказывалось. Вчера оно присутствовало, наверное, у обоих команд, только у Ярославля оно проявлялось в излишней, там где-то двигательная реакция, а у нас наоборот. Мы заторможенные, замерзшие, такие парализованные были. Сегодня уже по-другому игра смотрелась с первого периода. В принципе, игра и с той, и с другой стороны была очень интересна. Соперники, наверное, все-таки где-то примерно равны, да, по классу, поэтому, наверное, и голов все-таки за две игры было забито не очень много. Ну, в принципе, у них ребята, ну, школа всегда работала у них хорошо, и видно, что пацаны обучены, хоть и молодые, намного моложе нашей команды, в общем. Ну, а у нас пацаны те, которые уже есть и по 3 года, которые знают нашу позицию, наши тактические наработки, наши требования. Поэтому, в принципе, да, действительно были равны. Хотя, повторюсь, их команда моложе, и они еще добавят. По большинству, наверное, еще у вас много вопросов. Но по большинству мы еще как-то толком-то даже на предсезонной подготовке не садились на этот компонент, больше только вот в предыгровых там тренировках или на раскатках это у нас получалось. А на тренировках уделяли внимание больше со входом, а вот чтобы встать, наиграть какие-то комбинации. Хотя ребята, те, кто играет подольше, они уже что-то, тот же вот Мишка Булимов наигрывается, тот же Клепко с Ливановым, у них неплохая связочка есть. Поэтому будем работать еще. Илья Талалуев долго не играл, сейчас приехал к вам получить игровую практику. Как он сегодня выглядел, на ваш взгляд? Ну, знаете, то, что мы знаем про Илюху и какой он, да, конечно, сегодня он был на себя не похож, потому, ну, хотел, по желанию у него, к нему претензий нет, но все-таки кондиции надо восстанавливать. Хотя и даже такой Илья Талалуев 2 голевые передачи отдал. Ну, у меня, наверное, последний вопрос. Вы по-хорошему не завидуете Локомотиву, что у них вот есть такой центр? По-всякому завидуем, потому что тут и центр такой уже есть. Рядом строится центр для Гора, который будет еще мощнее, наверное, будет, ну, супер. Такие условия можно мечтать и слюной и зайтись, конечно, но что поделаешь, им в этом плане даже, так сказать, с местом везет. То есть в Москве это место такое не найдешь, столько земли, чтобы построить хоккейный город, и чтобы никто туда не лез, ни арендаторы, ничего. Занимались именно дети, подрастающие, да и даже взрослые. Может, мы тоже до такого доживем? Будем верить, надеяться, и чтобы еще на наш век это случилось.